Всех приветствую. Это начало марта 2020 года. Завершаются съемки в Сан-Франциско. Съемочная группа благодарит город. Благодарность сделала вот такие вот смешные надписи на мониторах. Перевод надписи. Съемочная группа «Матрицы» благодарит Сан-Франциско. Далее съемочная группа переместится на студию «Бабельсберг», которая находится в окрестностях Берлина. Эта киностудия крупнейшая в Европе и самая старая в мире. Она функционирует с 1912 года. Вачовски уже здесь работали, снимая «Облачный атлас». В финансировании съемок «Матрицы» поучаствует немецкий фонд кино. Он выделил рекордную сумму в размере 25 миллионов евро. Представители «Бабельсберг» подтвердили сотрудничество с создателями «Матрицы», но не сообщили, какие именно сцены будут сниматься в студии. Берлин, аэропорт, 9 марта. Приехал Киану и рядом с ним Кэрин Мосс или нет? Киану Ривз и Тайгер Чейн теперь оба в Германии для съемок четвертой «Матрицы», и это хорошая новость. Ведь Тайгер Чейн – это мастер восточных единоборств и тренер Киану Ривза. Именно он был тренером в первой части «Матрицы», а в перезагрузке даже исполнил небольшую роль в фильме. Вот этот парень в темных очках, белой одежде, щитом и мечом. А первую большую роль получил в режиссерском дебюте своего друга Ривза «Мастер Тай Цзи» 2013 года. А также еще играл в эпизоде «Джон Уик 3» «Парабеллум». Фото с тренировок в Германии за 12 марта 2020. А вот это январские тренировки того же года. И теперь плохие новости. К сожалению, производство «Матрицы» четвертой части приостановлено в Берлине из-за коронавируса на неопределенный срок, как и большинство других фильмов. На этом пока что все.
ждем еще новостей со съемок фильма, а также начало продолжения съемок в Берлине.